3 минуты на восстановление бойцу. Вот такие серьезные вещи происходят в боях. И прошу заметить, что это всего лишь третий бой, а эмоциональный накал уже просто выше некуда. Ребята так рвутся к победе, они не желают отступать. И не желаю, конечно же, сдаваться. Напомню, что идет противостояние между Благовещенцем Андреем Потаповым и гостем из Якутска Бартоваром Кудаяровым. Thank you.
Победу в этом третьем бою досрочно, ввиду отказа от продолжения, одержал благовещенец Андрей Потапов!